Себя переоценивать. Худшего наоборот. Все гораздо лучше. Конечно, не мудак. Чувствую, на пяточке, да? Вот это место-то зашло. Ладно, полтора называлось. Упражнение, можно было час стоять. Можно я не все? Прям до последнего. И упала туда. Сразу, кто не хотел купаться. Покажи, идею-то поддала, я думаю. Сейчас как же. Без телефона? Без. А нет, телефона, мне ключи еще. Ну, как, насколько возможно, с прямой спиной, да, вот, если так, то там, если так, то так. А если сюда не туда, то так, да? Да, если так, то стоим, то так, движемся, да, да. Ну, как бы, все просто, пойдем в сторону, просто, знаете, все. Ну, что это для меня? Ну, потому что под контролем не годится, и... Нет, внутренняя часть. Это даже, знаете, не важно. Я раньше делал. Главное прочувствуйте все мышцы свои, да? Ягодицы мы легко сжимаем. Растягиваем, сжимаем. Чем сжимаем? Растягиваем, сжимаем. У меня тело туда хочет упасть. Достань ключи с телефона. Телефон перевешивает. Вот потом быстрее полетит. Телефон перевешивает, которого нет с собой. Прям ровно под плечами поставили. Кажется, ты что-то придумал. Это не мое упражнение. Ближе, прям под плечами. Я, наверное, ноги согну. Если вам не... И да, вот. Нет, у тебя неправильно вообще. Под плечами ровно, еще положи. Поближе, выше. А я вот так устрою. Все дальше. Давай, встань, ты сможешь. Себя нет. О, видишь, отлично. Смотрите, это Юля на прямом эфире. Плечи отводим. Да подожди, нельзя вернешься. Вес в себя, поясницу не вниз. Я тебе не помню. Я тебе не помню.
Я лучше присяду еще несколько раз. Плечи раскрыли, да. Плечи раскрыли, таз, таз вниз, живот наверх. Так, поясница. Можно я горку сделаю? Все, отлично, поясница держит. Еще ближе. Папарацци стоит на балконе. Отлично, пресс в себя, пресс вообще крепкий. Ну что, Ларис, все отлично, я даже не могу придраться. Ой, какая молодец, я могу стереть. Главное, я показала, что я умею, это можно вставать. Или ты уже все? Я придраться нет, ну эго попробую. Чтобы отдохнуть, партнер, я лучшая здесь. Звезда снова, оп. Ой, не могу. Кто готов, еще стоим. Давай, да, кто готов, еще стоим. Смотрите, вот это вот плечи, видите, кто ушал. Ой, оп. Наоборот, плечи отвели, пресс зажат, вес тела распределили, вес тела распределили между руками и ногами. То есть мы не чувствуем напряжение в руках, мы распределили вес тела в середине где-то, да, вот здесь мы чувствуем. Пресс зажат, поясницу держим. Слышал, у нас кубики далеко. Ну правда, они у всех есть. Я говорю, да, они сейчас далеко, есть далеко. У всех просто где-то. Да. Они стесняются просто, Лена. О, осталось неделя, они уже будут намного ближе с вами. Ой, все. Все, Лариса придумала нам это за определение. Джельнутые. Можно будет вести шмотку. Ну как еще сказать, что все джельнутые? Мы стоим, приседаем. Знаете, как у нас хореограф говорит, вы же не лошади стоили. А кто типа у него кофе, у тебя есть себя шпагат. Давайте, погнали. Просто дайте небольшие перешаги. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Сень, рядом. Посмотрите. В принципе, приседание и планка уже... Кто вчера кекса на ночь? Мы уже позавтракали. Смотри, минимум. Антон, неправильно делаешь. Смотрите, сколько параллельно друг другу. Вот. И не отрываем опорную пятку. Вот до такого момента можем не отрывать, тогда вот это правильно. Да. Вот. Так, скажи, что у нас из-за этого потом получится. Кто готов, давайте. Ниже, опять же, пятку опорную не отрываем. А если отрываем, если тяжело, значит, вот на этом уровне. Кто вот отрывается? Выше ниже, не отрываем. Меня, и тебе рассвет. Тогда тебе в машине этот лучше джип. Это дорожный рассвет. Смотрите, для усиления. Хоп, во всем скорее на колено. Нет, можно это. Лариса, вообще, у тебя отличный скорый, правильно? Не знаю, я туда хочу. Я занималась крывать. А, сейчас Нет, это давно было, в прошлой жизни я занималась акробатикой. Да, 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 опорные ноги. А, ну знаешь, как вставать, да. Как... Знаю, все знаю, так ничего не делаю. Может такая, а, мудак. Знаете, почему? Я зато в тонус всех привожу своими разговорами. Смотрите. Я вчера это сделала, прямой первый утром. А, вы, они курят. Я говорю, что кто не приехал сюда, вы мудаки, говорю. Вы мудаки, понимаешь? Ну вы меня, конечно, простите, но вы в шутку, ё-моё, ну ж понимать не умар. А мне это знаешь, несколько человек, там, Ваня, знаешь, моя команда посмотрела и сказала, что это некрасиво. Я бы сказала, Ваня, если у твоей команды с комплексами, как бы, знаешь, все приняли нас на счёт, ну вы мудаки. Ну так или так? Я говорю, кто, как бы, знаешь, обиделся, так те мудаки, как бы, всё и выяснили. Слушай, не проработана нейронная связь. Олег, пальма мешает, приходи ближе. Давай, давай. Активнее, активнее. Еще вниз и теперь вперед наклон к ноге. Вот. Ой, нет. Ну, вот, вот, сейчас кубики мешают. Блинчики мешают. Вон Иван подойдет к нам. Вот. Пятки не отрываем. Идите лимфу качать. А как не отрывать? Значит, я слишком падаю на задницу. Значит, вот так. И теперь переход, оп, на ногу вперед.
Доброе утро, олимпийские! Зажигаем! Класс! Ну что, лип закачивала, да? Ой, еще какой! Класс! Вперед и в сторону. Мы до 6 утра, мы до восхода солнца встречали. Девочки, вам нужно до контента. Взяла всех в оборот, да? Все же, молодец. Вам до контента? Нет, мы сегодня так лайк. А лайк это да? Уже на Калайф вышли, что и сделали, все утра. Ну просто красиво очень. Все, пойдем. Да, не надо, все нам. Все потом мыться. Подход-то вот уже. Полседьмого. Давайте. Что, пошли, главное, пришли. Ну, честно. Посмотрели. Все, вот на посмотрите. Ближе сюда, вот сюда, вот сюда. Очень красиво, да. А можете сюда ближе ко мне? Вот, стой, вот. Все, вот так. Вот так. Молодцы, ребятушки. До встречи. Мы просто сегодня... Что? Давайте еще выпьем. Так я брал пару, можно ли? Как вы один тебе нашли? Смотрите, стали пошире, да? Чтобы опора была. Вот, мы начинаем одновременно приседать, но, смотрите, без тела друг другу передаем таким образом, чтобы никто не провалился вниз, да? Вот так мы заваливаемся, да? То есть баланс, вот, это у нас, мы сидим, понимаете, баланс, вот. Типа сели? Да, да, да. Ну нет, это не на своем усилии, посмотрите. Мы без тела передаем, да? Все ближе. То есть мы, как бы, на канате? Да, 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 вы должны на балансе. Вообще вес тела вы свой, только не на мышцах приседаете. Пресс должен, да, кто почувствует. Не вес тела, да, друг другу настолько передаем, чтобы прям вообще не чувствовать никаких мышц своих. То есть это не на собственной, не на собственной силе, да, а именно на передаче баланса. Чувствуйте команду. Нет, чувствуйте. Да, руки вытягиваем, вытягиваем. Ну все, вы уже одна команда. Вот мы все, конечно, породила дня вам спину. Спиной. Точно так же. Облокотились друг на друга. Нет, руками не держимся, просто лопатки. Друг на друга облокотились. Наоборот, дальше отошли, да, друг на друга прям вес тела передали. И вот в этом положении пытаемся присесть. Давай. Друг на друга. Вот. Я боюсь. Нет, а встать-то я не могу. Девочки, помогайте. Дай только это свое. Я хочу получается. На ютубе уже хотели срать. То есть настолько, да, передать друг другу. Проджелиться, чтобы партнер вообще вот, вы передаете ему столько, сколько нужно ему, а он вам столько, сколько нужно, чтобы не упасть. Вот вообще, да, я ничего не чувствую, да, то есть у меня мышцы не работают. Давай. Чисто на балансе. Да. Вот таким образом. Теперь, ой, все, я уже не могу, он только, ай, все, помогаю. А вы друг на друга давите. Я давлю, но я ниже уже, я его потеряю. Блин, а слушайте, или в этот момент? Ой, ништяк. Ну что, вот. Все, наверное, она еще душка. Давайте, пойдемте. В инстаграме. Мы сегодня просто... Легкое. Началочка такая. Ознакомление, ребятка. Ознакомление. Упражнение. Знакомство со своим телом. Завтра будет веселее, послезавтра вы действительно познакомитесь с утра своим телом.